В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет финал битвы парков Подмосковья. Бороться за звание победителя будут 8 команд из городских округов Балашиха, Долгопрудный, Егорьевск, Мытище, Солнечногорский, Химки, Шатура и Одинцовский. Каждая команда будет состоять из 18 человек. Конкурсантам предстоит показать свои способности сразу в двух направлениях – танцевальные виды спорта и акробатический рок-н-ролл, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.